закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Иваныч Пикулу Умар. Кыргызстан. 2001 года рождения, боксом занимается 7 лет. Кандидат в мастера спорта. Финалист чемпионата Кыргызской республики. Финалист международного турнира, посвященного памяти героя Советского Союза Душанкула Шопокова 2022 года. Финалист чемпионата Азии. Тренируется Умар под руководством тренера Мирбека Асанова. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает кандидат мастера спорта из Ожской области Нур Ахматалиев. 2000 года рождения, боксом занимается 4 года. Победитель международного турнира, посвященного памяти братьев мастеров спорта Советского Союза Нургазы и Абдували Арзиевых в городе Ош. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Валентина Данилина и Шайрбека Ажмалиева. Thank you.
Раздельным решением голосов победу одержал Коныч Пекулу Умар. Кыргызстан.